Всем привет, дорогие друзья! Кто еще не подписан, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Сегодня буду показывать вам, как готовить вешенки в кляре. Итак, вот они, грибы. Это, конечно же, не те грибы, которые любит кушать Володя Епифанцев. Это нормальные человеческие грибы. Они уже вымыты, готовы к тому, чтобы их порезать, окунуть в кляр и отправить на сковородку. Кляр у меня остался от отбивнушек. Секретом приготовления которых я делился в своем предыдущем кулинарном видео. Если кто не смотрел, обязательно посмотрите. Там тоже много полезного будет для вас. Вот у нас сейчас их притопим как следует, чтобы схватилось все. И будем жарить. Ну вот лучка, конечно, надо порезать. Это действительно очень простое приготовление блюда. Все, что нам его понадобится, это много грибов, много лука, ну и кляр. Как делается кляр, я показывал. Для хорошей прожарки, хоть грибов, хоть мяса, хоть картошки, для чего угодно, сковородку нужно раскалить, вот просто, вот, чтобы аж черти прыгали по ней, вот так вот, чтобы. Итак, наши грибочки жарятся, и чтобы они превратились в то самое необходимое нам божественное блюдо, нам понадобится их жарить так вот примерно 12-15 минут. На раскаленную сковородку уже с шипящим раскаленным маслом, как грешников в аду. Помимо соли я добавлю туда сушеный чеснок и копченую паприку. А сейчас небольшая рекламная пауза. Спонсоров у моего канала пока нет. Так что спонсором этого выпуска являюсь я сам и рекламировать тоже буду самого себя. Вы, конечно же, слышите замечательную музыку, которая сопровождает процесс приготовления. Эту музыку написал я сам. И вот конкретно эту подборку спокойных, лоу-файных композиций вы можете приобрести у меня в случае, если занимаетесь разработкой видеоигр или съемками фильмов, а может быть каких-то телепрограмм или даже просто для собственного влога на YouTube. Обращайтесь, контакты в описании видео. Добавлен лук. И теперь осталось дождаться, пока зажарится именно он. Порцию делаю небольшую. Во-первых, чтобы не переедать. Во-вторых, ну так принято в московской богеме. У разных крутых людей. Шоколадье, блядь. Сомелье, там вот это залупе, блядь. Это пидорастье. Грибочки готовы, и все, что нам осталось, это непосредственно начать их есть. Ты не ешь грибы, блядь! Ага, блядь, сейчас. Пожрем.